Алло, Алло, привет. Привет. Снег сегодня был. Ну, мы сидим, и у нас там радиостанция есть, и слушаем переговоры. Ага, переговоры. И там говорят, ну, наши, типа, как там, зенитчики, готовность номер один, скоро прилетят в течение 10-15 минут два самолета. Оп. Ага. Следующее послание. Говорят, они уже отработали по нам и улетели. Все, отбой. Они прилетали вообще, да? М? Прилетали, нет? Да, да. Как понять, по нам побомбили, что ли? Да, да. То, что зенитчикам только сказали, типа, готовности. А там уже хохлы прилетели, уже отработали и улетели. И улетели. Вот так. Сейчас опаздывает связь. Саш, а напалм сказали, будет работать. Просто, наверное, нахрена вам нужен этот напалм? Что толку-то с него? Вот фосфора вам толку нету. Фосфора мы хреначим, сука. Они как живучие тараканы, да? Ну, фосфоры, кассеты. Вообще плевать. Ясно. Ну нет, как бы от фосфора, конечно, не плевать, там все плавится. Ясно. Как бы. Зато ночью это очень красиво выглядит. Когда фосфор. Конечно.